Вы смачиваете одежду и закрываете обязательно органы дыхания. Ну, можно бы воспользоваться вот таким вот образом. В летнем лагере «Авангард» день сегодня прошел зажигательно. К подросткам приехали пожарные. Рассказать о мерах безопасности во время чрезвычайных ситуаций и показать, как теоретические знания применить на практике. В этой смене оказалось немало ребят, которые мечтают примерить на себя формы пожарных или спасателей, рассказывает вожатый Полина Воеводина. Поэтому от участников практического семинара, где рассказывают, как предотвратить пожар, потушить возгорание и не пострадать ни от отбоя. Акция проходит в рамках образовательной программы по выбору профессии. И ребятам рассказывается о каждом блоке профессии, разбираются. Ребята сами задают вопросы интересующие. Вот. Кроме того, у нас, конечно же, проходят разные мастер-классы, много интересных игр и мероприятий, которые направлены на профориентацию, чтобы развить себя, свои навыки и стать пожарным или работать в МЧС. Конкурсы, викторины, квесты. Представители Всероссийского добровольного пожарного общества отдыхающим летнего лагеря «Авангард» скучать не давали. За каждый выигранный старт участники получали подарки и сувениры. Будут учиться пользоваться огнетушителем, изучат боевую одежду пожарного. Также попробуют в правильности произношения телефонных разговоров, когда в случае пожара ребенок должен сообщить о пожаре. Ребята очень активно принимают участие во всех конкурсах, во всех мероприятиях. Не отпускают нас, просят провести еще и спрашивают, когда будет еще такая программа. Организовала противопожарную акцию в детском лагере «Авангард» Управление гражданской защиты администрации городского округа Самара в рамках городской муниципальной программы пожарной безопасности. Направлено на то, чтобы привить детям уже с малолетства знания по мерам пожарной безопасности элементарным, вот, которые в дальнейшем помогут в жизни, чтобы не случилось каких-то пожаров и других неприятных случаев, связанных с огнем. К сожалению, у нас по городу, по статистике, основными причинами пожаров является это неосторожное обращение с огнем и нарушение вот именно мер пожарной безопасности. Подобные противопожарные акции для подростков в этом году прошли во всех летних оздоровительных муниципальных лагерях Самары. Главное, что должны усвоить подростки. При возникновении пожара нужно срочно звонить по номерам 01, 101 или 112. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.